Ребят, снова Кершу и снова новинка. Это бюджетная модель от компании Кершу. Его название Airlock. Сразу видим корпус из термопластика GRN, хотя вот на официальном сайте он маркируется как нейлон фибергласс. Ну, это что-то схожее. Видим сразу аккуратную клипсу относительно глубокой посадки, которая зафиксирована на двух таких вот торксах, цвет клинка и цвет клипсы. По сборке видим стальные лайнеры, облегчения как такового нету, но здесь за счет вот этого сквозного отверстия нож и так весит немного. Его вес составляет 84 грамма. Нож флиппер, нож с ассистом, есть довод. По форме клинок клиппоинт и сталь. Здесь, с учетом того, что он производится в Китае, 4 хром 14. Нож, безусловно, бюджетный. Его цена там на сегодняшний момент составляет 2500 рублей. И согласитесь, для складни это очень-очень бюджет. Что по обработке клинка? Битблэст. Спуски здесь небольшая вогнутость имеется. И будем его называть Hollow Green. Насечки не сильно выраженные по обуху. Отличная механика, несмотря на то, что здесь шайбы из терапласта, вот они у нас видны белым цветом. Повторюсь, на трех бонках, на торксах. Хорош по механике, для повседневного применения очень и очень даже ничего. Общая длина 185, 76 клинок, 2,5 по обуху, 25 ширина. Сталь не супер твердая, 54-56 по роквиллу. И вес, повторюсь, 84 грамма. Такая вот новиночка от Кершей 2020 года. Всем спасибо. Пока.